Молоко 250 миллилитров. Сахар 120 грамм. Немножко соли. Растительное масло 60 миллилитров. Мука 240 грамм. Ванилин. Разрыхлитель 10 грамм. Тесто моментально приготовила. Смотрите, как получилось текучее. Сразу надо выпекать. Выпекаю на противне размером 28 на 30. Если будете выпекать в круглой форме, то размером 22-24 сантиметра в диаметре. Духовка разогрета до 180 градусов. Отправляю выпекать минут на 15, в зависимости от вашей духовки. Бисквит готов. Выпекался 15 минут. Даю ему полностью остыть. Для крема вареное сгущенное молоко 370 граммов, одна банка. И творожный сыр 400 грамм. Понемножку добавляю и перемешиваю пока вручную. Сливки охлажденные, 33% жирности, 250 грамм, взбиваю. И остается объединить сгущенку с творожным сыром и взбитые сливки. Небольшими порциями добавляю сливки. Крем можно сильно тщательно не перемешивать, оставить его такими разводами. Белый и крем-брюле. Крем готов. Посмотрите, какой плотный, красивый получился. И очень-очень вкусный. Бисквит остыл. Разрезаю. Вот такой кош получился. Пропитываю молоком. Крема очень много. Я разделила его визуально на две части. Thank you.
Торт готов и отправляется в холодильник на ночь. Торт постоял ночь в холодильнике, и я украшу его какао-порошком. Торт получился очень вкусный, нежный, молочный, сочный, пропитанный. Волшебное сочетание бисквита молочного с кремом. Очень вкусно. Готовьте по моему рецепту, готовьте вместе со мной. Наслаждайтесь процессом приготовления и, конечно же, вкусом этого тортика.